Hey, okay, с вами Шумики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Forgotten Hill Desolutions. Мы проходили с вами серию игр Forgotten Hill, мы были с вами в больнице, в домике на горе, ну типа там, в деревянном домике, на кладбище, в каком-то подвале, когда там еще зомби была женщина. У часовщика что-то в доме каком-то. Ну ладно, поехали. Говорю сразу, записываю второй раз, потому что игра, как вы видите, вылетает. Да, точно. Забыл. Я просто второй раз там 10 минут геймплея забейте. Прошел почти год с того момента, как мне удалось выбраться из забытой горы. С самого дня моя жизнь превратилась в кошмар, и мне кажется, что я схожу с ума. Никто не верит в моей истории, а я сделал все, чтобы забыть этот кошмар. Тем не менее, там по-прежнему происходят ужасные вещи. Мне кажется, что я смогу успокоиться и найти спасение только в том случае, если узнаю все об этом кошмаре. В этом мире есть только одно место, где я смогу получить нужную мне информацию. Forgotten Hill, музей и лаборатория. А, библиотека. Добрый вечер, сэр. Не хотите ли приобрести билет в музей? Это будет стоить вам всего $1. Спасибо, вот ваш билет. Надеюсь, вам понравится наш музей. Это, короче, книги. Сейчас мы зайдем в музей и прочтем с вами. Идеально, не лагает, пока что не лагает. Старая фотография найдена в хирургической клинике. Кто эти дети? Возможно, это и есть полковник Кукловод. Им должно быть более 130 лет. В этом библиотеке совершенно точно есть нужная информация. Очень громкие звуки. Странная находка. Вчера на рассвете местный фермер, который шел по полю, расположенному у северной границы леса, обнаружил ужасающую находку. Он наткнулся на изуродливое тело существа, которое имело как человеческие органы, так и части тела животных. Это просто дурная шутка? Полный текст допроса на странице номер 6. Завещание дедушки Ларсона. То, что он родился на забытой горе. Просто совпадение. Он оставил мне эту странную вещь, которая напоминает часы. Я никогда не понимал, зачем вообще она нужна. Похоже, что некоторых деталей не хватает. Чтобы вы понимали, первый раз, когда я начал снимать, да, вот недавно, блядь, переворачивание листов, оно зависало постоянно. Пропало еще больше детей. Я просто не могу вынести это. Не могу представить себе, что жители этого проклятого места делают с ними. Встреча в супермаркете. Тупик. Анонимный телефонный звонок. Она очень похожа на одну из кукол. Они обыскивают мою машину. Они подозревают меня. Я нашел труп неизвестной женщины. К счастью, это не она. Кукольный театр. Я должен вернуться туда и продолжить расследование. Но мысли об ужасах этого места заставляют стыть кровь в моих жилах. Как только я думаю о том, что он сделал с Жозефиной. Ну, мы с вами еще не играли в эту серию, я не смог ее запустить и вообще найти. Пропавшая семья, никаких новостей. Муж, жена и 8-летняя девочка, а также их питомец пропали без единого следа. Идет расследование. Возможные связи с другими случаями. Пропажи людей в городе. Полный ответ на источники 3. Я почти смог убедить себя в том, что все мои воспоминания об этом клинике – это обычные ночные кошмары. Точно. А тогда откуда я знаю все это и откуда у меня все эти вещи, если бы не тот ребенок, который смог выпустить меня из клетки? Получила награду. О, это же из больницы, да? Мэри Уильямс, которая была старшей медицинской сестрой местной клиники на протяжении многих лет, получила
престижную награду «Медсестра года» прямо из рук мэра. Она смогла получить такое признание только благодаря своему профессионализму, преданности работе, а также безграничной эмпатии и любви к людям. Ну да, мы знаем ее немного историю, нихера она людей не любит, нихера подобного. Мне очень жаль, сэр, но никто не сможет покинуть территорию без специального билета. Приказы руководства. Понятно. Историческая библиотека. Современная коллекция библиотеки представлена несколько сотен удивительных редких работ, несколько старинных манускриптов, также книги, единственный экземпляр которых находится именно здесь. Профессор Уин Томпсон отвечает за сохранность всех работ и обязательств. Посоветует вам что-то действительно интересное. Forgotten Hill Museum. Так, первые мозаики, да? Окей, ключ. Так, давайте, короче, по очереди все будем делать. Походу нужно будет запомнить. О, богомол, тень богомола. Вот видите, летит. Карта. Так, тут еще есть проход. Кухня, зонтик и вход в музей. Колониальная история. Непонятно что, непонятно что. Мистер Часовщик. А, помните этого челика? А я помню. Не отсюда. Ладно. Forgotten Hill история. Когда небольшая группа паломников оказалась в том районе, где сегодня находится Забытая гора, они сразу же поняли, что это место прекрасно подходит для создания процветающей общины. Им удалось быстро избавиться от нескольких коренных жителей, но они решили сохранить священные деревья, которые поклонялись дикари. Строительство новой общины на Забытой горе шло семимилетними шагами, поэтому всего через несколько лет, в 1636 году, этому административному образованию был присвоен статус города. Большую часть населения города составили фермеры, которые проводили целые дни на полях, на центральной площади города, где устраивали рынок, а также неподалеку от церкви. Текст приятный, типа удобно читать. А не только там маленький шрифт, хуй знает на чем. Начиная с 18 века, город начал активно расширяться и уже через несколько лет достиг своих текущих границ. Активное строительство новых и современных зданий привлекает к городу туристов, а также тех, кто ищет прекрасное место для проживания. Давайте осмотрим самые важные объекты вместе с вами. Так выглядит вся карта, она разделена мостами. Так, подожди, а что тут? Forgotten Hill, 1801 год. Церковь Святого Грешника. Духовный центр города все так же расположен в том месте, где его преподобие Авраам Макеллам создал первый церковный приход кальвинистов. Восхитительные фрески, странные проповеди и широкий спектр развлекательных и общественных мероприятий гарантируют полную заполняемую церкви во время воскресной мессы. Историческая библиотека. Это сооружение было создано в начале 19 века, которое удостоилось потребность жителей Забытой горы в течение и познании культуры. Здесь собраны сотни невероятно ценных манускриптов и томов. Совсем недавно был
одобрен проект расширения библиотеки, который позволил создать новый музей с уникальными экспозициями, а также разместить имеющиеся книги. Хирургический центр, откуда мы сбежали. Эта клиника была основана в 19 веке 6 самыми влиятельными жителями города. Клиника оказалась ключевым элементом, который обеспечил успех и процветание Забытой горы с первого дня ее открытия. Клиника стала предметом гордости местных жителей, которые рассказывали всем о высочайшем качестве местного здравоохранения, на которое не поступило ни одной жалобы. Ну, эту мы фотку помним, это типа это братья, вот это два брата, ну, короче, они все семья, кроме вот этого, кажется. Один превратился в жука, другой в паука, другой в... Короче, они все превратились в насекомых. Кукольный театр. Вот кукольный театр мы еще не были. Одно из самых любимых мест жителей этого города при поддержке фонда Министерства Андерсона, который основал этот театр. Каждый день здесь проводятся красочные кукольные представления и постановки куклы, которые принимают участие в постановках, созданные руками искусного кукловода, который дергает за ниточки этого удивительного театра. Нужно мне все-таки поиграть в театр, тоже найти, попытаться. Фух, текст. Снотворное. Я не могу это еще использовать. Так, поздравляем с приобретением аппарата Большареда. Уникальный стиль и невероятная грация этого оборудования смогут украсить любой уголок вашего медицинского центра. Утонченная система звездочек и шестеренок заставит ваших гостей проводить время за решением шарад и головоломок. Рекомендуем прикупить оборудование к полу, чтобы она не сдвинулась с места. Понимаю. Почему вот это не шевелится никуда? Ну ладно, фиг с ним. Картина. Закупоренная бутылка вина. Что это? Подсластитель. Так, это я понял, к чему. Книга охотника, короче, охотники на ведьм в Forgotten Hill. Во второй половине 17 века жители Забытой горы были вынуждены столкнуться с одной из самых больших опасностей в истории этого места, и в небольшой хижине на самом краю города поселилась некто Рут Норвуд, которая была одинокой и источала мрак и тьму. По городу начали распространяться слухи о том, что она умеет предсказывать будущее и исцелять смертельные болезни. Постепенно жители города стали обращаться к ней за помощью и лечением, несмотря на то, что ее все время сопровождали 4 леденящих духа прислужника, которые она называет хранителями, а также на многочисленные останки животных, которые находили по всему лесу. Жители города смогли понять, что столкнулись с настоящей ведьмой, только после того, как умерла дочь местного пекаря. Заседание по делу Рут Норвуд, которое объявили в колдовстве, убийстве и мошенничестве, проходило в составе 6 судей во главе судей Ричардов Лансонов. Ее приговорили к смерти и повесили вместе со всеми ее прислужниками. Говорят, что перед самой смертью она прокричала: «Я еще вернусь, и моя месть станет кошмаром для всех будущих поколений». А, то есть подожди. Составишь 6 судей во главе с судьей Ричардом Ларсоном.
Так. Центр. Вверх. Вот так вот. Грустный. Злой. Короче, обычный, непонимающий, подкатывающий. А, сейчас поймем. Подкатывающий, расстроенный, злой. Откупорена бутылка вина. Так, сковорода. Ух ты ж, ё-моё. Мышеловка, хорошая еда, паук. Это чисто скример, да? Пидорас. Так. Короче, книга рецептов. Рецепт хорошего супа. Один корнеплод, свежее мясо, кость для бульона, добавьте специальные специи. Кипятите в большом количестве жидкости, хорошего аппетита. Хрустящая закуска, нихера себе. Прекрасно подходит к красному вину, который у нас как раз есть, значит нам нужно крысу приготовить. Возьмите свежее мясо, которое есть на вашей кухне, положите его на противень, готовьте в соответствии с указаниями. Хлеб из мандрагоры. Просто возьмите целый корень мандрагоры, приготовьте его в духовке в соответствии с указанием. Нехеровая книга. Приятель, я хочу пить, пожалуйста, пронеси мне бокал вина. У него что-то под рукой. Нужно использовать что-то... Подожди, снотворное. Отлично, ты что думаешь, что я стану пить его без хрустящей закуски? Возьми этот ключ и приготовь ее для меня. Конечно, если сумеешь. Так. В смысле, ты не отсюда? Что за наебалово? Я думал, это ключ от сыра. Ты же не можешь взять эту книгу, и я еще не закончил читать ее. Я понял тебя. Так, подожди, мыша в другой комнате.
Мертвая крыса. Так, что, время готовить. Так, один оборот. Сейчас, ну сколько готовить? Единица, не знаю, что это. А, да, просто вот духовка. А, одно нажатие равняется 5. Все, я понял. Математика ебаная. Потом меня ждет впереди. Ох, наконец-то я смогу отведать вкус этого удивительного вина. Твое здоровье. Шестеренка. Это же отсюда, да? Да, отсюда. Так. Короче, это семейный альбом. Семья Макмиллонов считается одной из самых старинных в городе. Арчибальд Максимиллон, который стал прямым потомком Авраам, оставшимся первым кальвинистским приходом города, стал главным спонсором строительства библиотеки, которая была использована для создания городского музея. В 1840 году он женился на Гертруде Кляйн, которая родила ему близнецов Эвана и Оузена. Прославившись своим бурным нравом и авторитарным подходом к ведению дела, Оуэн Макмиллан оказался одним из главных людей, которые принимали участие в строительстве городских клиник. В 1877 году он женился на своей кузине Агнесе, которая родила ему близнецов Этана и Натана. В тот же году, в ночь на Хэллоуин 1891 году, он трагически погиб в результате ужасного происшествия. Но его, по идее, вот дети убили. Эван, который родил вторым, опоздавший всего на 15 минут, и был сыном Арчивальда Макмиллана, всегда считался своим отцом слабым и бесполезным созданием, будучи сторонником спокойного образа жизни и достаточно закрытым человеком, он души не чаял в своей жене Лилиан, которая трагически погибла в возрасте 33 лет. Он не смог пережить случившееся и совершил самоубийство в 1889 году. А это ж, кажется, мы ее, да, тогда тело пытались воскресить? А вот эта вот девка, это как раз вот эта же ведьма, Камила. Семья Брэдуэлл считается одной из наиболее влиятельных в городе Уэлм-Гриберт. Брэдуэлл был внуком Ноя Брэдзола, основавшегося города, возглавляющего местный отдел городской гвардии. Его сын Федериан вместе со своей женой приняли участие в создании городской клиники. 31 октября 1892 году в их участком доме произошла печально известная кровавая бойня. Будучи потомком известного немецкого инженера Оливье
Хоффмайер решил посвятить всю свою жизнь науке. Химию и алхимики стали его страстью, поэтому он принял посильное участие, не только финансовое, но и практическое, в создании новых клиник. В 1892 году его исключенный труп был найден в его лаборатории, и его жена пропала при загадочных обстоятельствах. Вот. Подожди, это ж... А, нет, подождите. Это вот он пытался оживить ее. Виктор Остердан был финансирован и партнером новой городской клиники. Он постоянно путешествовал и привозил уникальные и артефакты и предметы искусства, которые до сих пор установлены на улицах города. В одну из своих поездок он женился на девушке Эстер, которая родила ему сына Теодора. В 1890 году он погиб при таинственных обстоятельствах, пережив свою жену всего на несколько дней. Мальчик-обезьянка. Так, Бакстер Андерсон был одним из наиболее известных людей в городе. Будучи основателем клиники, музея и театра, он оказался единственным человеком, который вышел в ходе кровожадной резни в доме Брэдзлов в ночь за Хэллоуин. События той ночи так сильно повлияли на него, что он принял решение об усыновлении всех детей своих погибших коллег. Информация о его смерти так и не была найдена. А если мы помним с вами, мы тогда что-то... Была картинка, что они все дети стоят вместе и его убили, кажется. Я не помню, если честно. Что это пойди книги. Подожди. Так это уже комната бесполезная. Я-то думал, в чем проблема, теперь я все понял. Так, монета получена. Теперь эту монету мы можем пойти кинуть сюда. Где шаг?
Заново. А что это за знак? Минус, типа? А, тут 8, блядь. Что я туплю? Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Билет в отдел флора и фауна. В смысле, я не могу зайти все равно? Мне очень жаль, все равно никто не может прокинуть. Билет есть. Так ведь? Фиг его знает. Билет, почему не могу пройти? Мне бы где еще мне одну книгу взять? Мне нужна еще одна книга, чтобы и что-то делать. Это не откроется. А хотя подожди. Это в плюс надо этого выбывания, так? Куратор. Профессор Уэн Томпсон посвящает все свободное время работе в библиотеке. Это отдел... и о делах, которые расположены в старом крыле музея. Будучи увлеченным читателем и известным библиофилом, он смог найти несколько работ, которые считаются безнадежно утраченными. Кроме того, его умение решать любые проблемы и тонкий вкус подскажут тебе, какое именно вино лучше всего подходит для чтения. Великолепная коллекция, в которой представлены растения и животные, экспозиции флоры и фауны никогда не были, никогда бы не появились без бескрайней страсти, которой миссис Эбигейл Блюменталь использует в своей работе, будучи всемирно известным
орнитологом. Ее удалось найти и перевести на забытую гору все виды растений и животных, которые существуют в мире. Можно с уверенностью говорить о том, что музей незабытой горы должен гордиться тем, что такой куратор, как капитан Адам Дрейк, является его сотрудником. После долгих лет службы на флоте он принял решение использовать свой уникальный опыт, чтобы позаботиться о чудесных морских созданиях, которые обитают в аквариумах, установленных в нашем музее. Большую часть нашей коллекции скульптур уцелела только благодаря упорному труду доктора Густава Меллера. Будучи опытным реставратором и ученым, ему удалось восстановить уникальный триптих три музыканта, которые случайно оказались на Западной горе. Он очень любит музыку, особенно оперу, поэтому вы можете и часть застать его за прослушиванием очередной симфонии. Музей Забытой горы никогда бы не сохранился без нашей очаровательной директора мисс Рут Андерсон. Она решила расширить библиотеку для создания музейных зон и лично выбрала нынешних кураторов. Ее глубокая приверженность работа, причем не только в музее, сделала ее первой и единственной женщиной, которая получила ключ от города. Помните ведьму? Она же похожа на ведьму, так? А сколько там было всадников? Ну, как она назвала их? Всадники или как там? Помощники? Их четверо аж было? 1, 2, 3, 4. Ну, да, это, может, они как раз это и есть. Тогда, слушайте, игра тогда немножко разворачивается, и по книге можно понять, кто... кем является на самом деле. Ладно, не буду задерживать, потому что нам уже 36 минут. Сейчас быстро книги положим, все сделаем и пойдем отсюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, квадратики, ромбики. Камеру, открыть руководство, перейти в режим сделать фото, перейти в режим показать фото, снять фотографии, показать следующее фото, номер текущей фотографии, показать предыдущие фотографии, нажать и перетащить для управления камерой. Дорогой друг, новое изобретение все сильнее пугает меня с каждым днем. С самого первого дня я обратил внимание на то, что особые линзы позволяют увидеть совершенно новый мир. Чем больше я пытаюсь понять суть этого явление, тем страшнее мне становится. Мы либо живем в выдуманном мире, либо существа, которые я вижу на этой фотографии, просто не существуют. Не так ли? Внимательно изучи это и выскажи мне свое мнение. Пожалуйста, никому не показывай это. О, да, помните, это ж... Так, это сделанное фото... Так, этот мистер Таракан. Ну да, это кто с... Кем что случилось? Этот превратился. Этого жена типа сожрала, то что он был зомби. С этим я не помню. Это вот повесился, это хер знает. Ну да, видите, я говорю, это типа ведьма. Полезно. Короче, я понял, мне это сейчас не полезно. Так, она должна быть в кругу. А, ну все в кругу.
чувак. Да, ты мистер Крейс. Я это понял сразу. Вдруг пригодятся. Так, какая-то газета. Короче, я могу только фоткать, но я не могу использовать либо вообще что иное. Так, здесь мне уже жук нужен будет. Поехали. Так, круг и круг. Так, это просто палка. Подожди. Ее нужно не забывать, что я уже поменял местами. Цифра 4. Откуда-то появилась. А, все, я понял, откуда. Типа все духи Каппа. О, нихера себе. Так, стол это здесь. Хорошо, паук. Арачниды. Пулхис какой-то. Окей, а ножницы мне зачем? В принципе, я могу. Идеально. Все. Добрый день, сэр. У вас есть билет для посещения этой вам музея? Да. Отлично, сэр. Надеюсь, что вам понравится. Ну что, тогда я думаю, мы на этом с вами закончим, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.